это сделать. Тебя колошу? Сейчас, да, буквально, да, да. Одну минутку. Шумани. Я просто сразу под плащик сейчас одела. Слышишь, Кирилл? Ты прочитал, что господство скверны — это хуйня, это в лужах, которая в контроль берет? А кровь этого, блядь. Кровь, о, демона, кровь демона, это и есть, кровь, это эти три лужи, это и есть эта хуйня. То есть вот эти лужи, которые обычные на полу, это похую, можешь в них хоть 1000 лет стоять. Ну а печать. А дайте кубик МХП, пожалуйста. Ну а печать, да, это самый простой стоп-каст, говорите, все, и стопать каст. Так подожди, нам не надо вообще, чтобы кровь демона кто-то лутал и заходил в эту зеленую лужу, получается. Так в нее никто и не заходит. Это те лужи, которые на месте порталов появляются. Как в них. Так, блядь... А почему это чивы тогда до этого не сделалось, нахуй? Это хуйня какая-то. Я не ебу. Ну, значит, не, то, не стопали каст на этом, как он называется? Ну, блядь, печать Мактеридона вот эту. Да, так это отдельные, две ачивы. Две ачивы отдельные, да. Вы линканите, что вы хотите, я не могу понять. Где ачива? Она собирательная или какая? Вот бурля... Бурлящая, смотри, и бурлящая, господство. Бурлящая кровь. Это отдельная хуйня. Вот я вижу их две, вот этих зеленых. Фонарь, а есть символ на таун? А что сделать? Они куда-то... А где славу эту найти, рейдера? Это где, в подземелье рейды или где? Подземелье рейды, да. А она как называется? А как он называет? А, вот, вижу. Слава рейдеру логу Мактеридона. А, ну да, да. Печать и бурлящая. Так ладно, блядь, это понятно. Но типа бурлящая кровь. Я все равно не понимаю. Типа, все члены рейда должны иметь эффект... А, блядь, должны иметь эффект кровь демона. Это, то бишь, надо всем зайти в эту ебаную лужу или что это нахуй? Что-то я тоже вкурить не мог. Не понимаю, как это понять теперь. Как он называется? Как эту хуйню вообще получить? Личная псовка. Не понимаю, нахуй. Дальше все прикольно, может, мы на РТ пойдем, а не будем дрочить ачивки, ребят, которые, нахуй, криво работают на сервисе у нас. Давай ты сейчас не будешь, пожалуйста, ныть, нахуй. Ну мы серьезно 5 минут просто пытаемся разобраться в этом. Я слежу. Я согласен, среди игры такие вещи нужно заранее готовить. Ну слежение поставьте, давайте допроверим и все, блять, трай хули. Просто печати не... Нет, а может печати сделаются, это автоматом сделается. Может они вместе это делают. Ладно, я сейчас, короче, проверю эту хуйню. Главное, стопайте каст, не взрывайте этот ебаную печать. Кинь мне сумму, на все что забрал. Кушайте. Я примерно, наверное, понял, как это. Сейчас я чекну, если я, ну, прав был в этой хуйне. Главное, не проебитесь печать. Я вам дам анонс, что нужно будет сделать. Там время дохуя будет, чтобы получить это дно. Тебе сон пришел? Да, мне ответ. Ты думаешь, пока босс стоит на переходе, типа она в контроль не берет? Нет, я не про это, подожди. Потом после РТ сочтёмся. Да я думаю. Проверить просто. Еще раз РЧ на пломах. Так, батя, печеньку нажимаешь, септик, ромбик, Адель, крест. Ридига, полумесяц. И Твикс, трусы. Это по кубам. Я проебался, я нажимаю что-нибудь? Поехали. Нет, поехали. Окей. Блять. А, фонари первый танчишь. Ринда вторая. Вой я третий. На трэше буду. А, окей. Реслин второй, вой третий. Ты на трэше. У меня
стампами проблемы немножко, боюсь. Не успел щимов поставить. Как? Короче, я вуду забил кровь демона, нахуй. Посмотрим, что это. Ну, кровь демона, это, мне кажется, служит этой зеленой, которая на второй фазе лутается. Изи. Которая в МК берет? Ну, блядь. Же в МК вроде лучше берет на ласт фазе. Потому что, типа, вот эта кровь демона, она появляется на второй фазе. Только. А, можешь повторить очередной станк на 8, пожалуйста? Кирилл. Первый фонарь, второй реслин, третий войд. А, я понял. Она, типа... Она на второй фазе, эта кровь демона, появляется. Только как она берется, я думаю, это служит. Ну, я проверю сейчас. Если в МК возьмет, то это будет лохня. По-моему, не с МК, по-моему, с обычной лужи. Ну, сейчас глянем, блядь. Там написано, что под господством не надо находиться, значит в МК нельзя заходить. Блять, я как назвал, успеваю поставить сильно. Теперь есть комбат ответ. Да, но я тоже босса не Так, блядь, вот видишь, эти две ачивы взаимосвязаны. От этого намек, что это, блядь, кровь демона получается, когда ты заходишь в зеленую лужу, нахуй. И через какое-то время, там вот конкретно, оно типа берет тебя бомка, но не сразу. Оно, наверное, там спустя там 2 или 3 секунды. То бишь тебе надо зайти, полутать баф и выйти сразу. Ну, то бишь зайти и выйти, короче. Mm-hmm. Такая хуйня, мне кажется. Mm-hmm. Как это работает. Ну, я не делал ни разу это ачивы. Сейчас чекну, нахуй. В любом случае. Вот смотри, я тебе покажу. А, нет, не то. Да, ну что на второй фазе с этих же луж, вот которые вот эти вот. Ну, зеленые слизь, которая. Потому что в этих обычных вот это ну вот эти, которые появляются, вот сейчас стандартные зеленые, в этих нихуя никогда не дается, только хп снижается. И все. Печать Максиридона, не взорвите, блядь, пожалуйста. Следите внимательно, блядь, на ком она висит. Дни те же взрывают обычно. Что? Дни те же обычно взрывают. Ну, так, блядь. Можно будет посмотреть потом, типа, кто взорвал. Приготовились, кубы прожали быстрее. Все, отпускайте. Гриппы сюда, эту хуйню. Скример фиряет звезду максимально. Из дальней зла кидаем. Умираю, гриппы следующие. Да, и Настя сокрыл. Ну херяй сразу, которого гриппует, чтобы у нас люди не умирали. Сейчас Мактеридоны, смотрите, внимательно. Следующего грипп. Звезде поехали. Да, шедик Бэрон. Потом. Сейчас снимаю. Последнего. Давай, ребафнули друиды. Танков оставил на всякий случай. ДПС там точно хватит. Кубы прожали быстрее. Молодцы, отпускайте. Кубос поиграть. Все, троху стопнули по боссу. Стопнули, не бьем пока. Стопнули. Не бьем вообще босс. Не бьем. По бесу поехали, свечнулись. Подводи босс.
Давай. Все, приготовились к воротам уже. Побежали. Быстрее побежали, побежали. Сейчас я проверю, нахуй, чё. Да, да, кровь демона вешается, когда заходишь в лужу сразу. Оно на 50 секунд. Сука! Это надо под конец просто заходить и лутать. Угу, я вижу на тему. И через 50 секунд. Мы можем вайпануться сделать, типа, эту хуйню. Это изи делается, чего. Типа, так просто мы... всем рейдом. Мы печати пока... не хлопнули? А? Печати не хлопнули, да в конце сделаем, подведем к луже, да сделаем все. Так нет, сейчас меня в МК возьмет. Оно да, увеличивает урон, но при этом через минуту берет МК, я так понимаю. А, блядь, да? Блядь, это хуево. А, поэтому надо вайпить. Типа, это оно на минуту вешается от дыма. Ну я же просто говорю, я не знал никогда не делать. Ладно, похуй, да, сделаем на следующем КД, типа, в любом случае, сейчас, если кто-то печать полутал, смысла от этого не будет. Теперь хоть знаю, как это делается. А не, меня не взял ММК, кстати. Ну все, можно сделать. Сейчас, когда мало ХП будет, а... подведите его вот сюда, в крест. В крест, печенька, квадрат, туда босса подведите, и весь рейд туда. Только не зайдите в лужу раньше времени. Сейчас это отличу, пускай следующий подведет. Весь я рейд, хилы, всю хуйню, просто заходите в лужу и выходите. Там дебаф вешается около вашей этой орды, премиум и так далее. Только не сейчас. Ближе я... подойдите. Пока да не мало... надо, я скажу как. Плюс-минус на 5%. Стопнем потом сюда. Кстати, я, походу, если... наебал, я походу наебал систему. Я кош нажал, ну под конец я мой нормальный не взял онка. Если эту хуйню обузить, нихуя его можно зергать, блядь. Там же урон апается, пиздец как. Это да. Так, приготовьтесь к печеньку все подходить. Сейчас будешь... и танки тоже ж надо. Я полетел. Масса крусь сейчас дашь, Линда. Бейте пока, бейте. Я скажу, как надо стопнуть. Прям full DPS. И пока. Заходить. Куда ты полетел? Главное в контроль не взяться, надо зайти и выйти быстро, да? Ну. Да-да-да. Все, стопнули урон по боссу, стопнули. Все в печеньку подошли. Давай сокру, зашли все в лужу. Зашли и вышли быстрее, прохил. Нет, видите, вы не прохили, ребят, блять. Ладно, все, забейте. Блин. Вот вы, блять, и сделали. А меня только одного взяло. Бля, как так, вайп? Нет, там весь рейд взял, но там когда опускается рейд ниже 40%, происходит вот такая вот хуйня. Вообще. Ебать. Охуеть. Нет, это... Подожди, опускается ХП рейда меньше 40%? Да, но берет МК, когда меньше 40%. А может по группам отправлять в лужи? Проблема в танках. Когда клиф ловится, вы типа получите хуйню. Поражаться, заассистить. Значит, танки могут лутануть в самом-самом конце и отправить просто по пати. Сначала первый лутанет, потом второй, потом третий. Короче, смотрите, сделаем так, танки. Оставьте максимальные сейвы под следующий, под конец, под лутание вот этой вот всей хуйни, по сокрушающей удару. То бишь, у вас должен быть ключ и 50%. Под этой всей хуйней по вам урона вообще не должно будет пройти. Ключ 50%, плюс у нас есть две пары зубов. Вальмора, допустим, первый зуб будет давать, когда мы пойдем лутать эту хуйню. Королева по второму танку, который будет лутать сокрушающий удар. Постараемся... оставить ему 1100 хп вообще. 1100.
без дот аккуратно там стопнем и будем подводить. И спокойно, я думаю, сделаем. И по сначала первая пати зайдет, потом, ну, прохилим. Ясно, без танков. Вторая пати, допустим, зайдет без танков. Потом третья, и танки в самом конце зайдут. Под эту всю хуйню, под прожимки потом. После сокрушающих. И потом сразу зерганем эти 100 тысяч. Там просто буквально все по автоатаке скинутся, за секунду убьем, я думаю. И все нормально будет. Главное, не лутайте этот, как его, блядь, печать. Ну, не взрывайте печать Мактеридона. Ну, и будет далеко на все, короче. Сейчас посмотрим. Что у меня не показывает печать Максеридона взрыв. Я, кстати, как раз успела дать гимн ХП в этот момент, как мы выбежали с лужи. Не понял. Я тебе не сомневался, честно. Эдик, спекнись в ордру, да, там максимальный прохил нужен будет. Вот перед, как мы пойдем лутать, чтобы попотал всех. Да, я так и знал, Нормально. Все равно. И, короче, как будем лутать эту хуйню, когда уже пойдут танки, Твикс и Холич дадите им на ХП. Первое, сначала второе пати пойдет лузанет дебаф, потом третье, потом четвертое, потом пятое хилы, соответственно, и потом первое, самое последнее пойдет лутать дебаф. Танки вы самые последние пойдете лутать, блин. После вам нам нужно будет дождать момента конкретно, когда последняя будет этот. После сокрушающего этого удара сразу. И главное там с лужи выйти максимально сразу быстро, чтобы в луже не стоять, чтобы это. Нет, я имею в виду с другой лужи, не в эту слизь, которая другая лужа. Кулак, бар, давайте типа. Больше времени тратить не будем, погнали уже тогда что. Ребят, ну быстрее, блядь, дайте кулак по ебаному рогу, сука, паладины нахуй, я вам сейчас поснимаю, блядь, 6 штук нахуй. Я сниму вам, сука, всем нахуй, не буду разбираться, кто кому что бафал нахуй. Да мне до сих пор нету кулака нахуй, на варе нету, блядь. Чё, бафнули? Чукчи. Пулять. Да. Рюха, ты только зубы озвучивай, а то я могу не тому дать. Я заранее скажу, пока мы надо будет. Всех все назначу, что делать. Бля, ну 2 ДЦ это жестко, конечно. Просто стоим фуловы и чилим. А во сколько это кровь деспаста скинул? Кровь демона, точнее, выкушал. А она чё, какой-то дамаг наносит, когда ее берешь? Оно, блядь, оно увеличивает урон на 50%, но при этом повышает входящий в тебя урон на 100% от магии сквер. Понимаешь? Тебе же в 2 раза больше урона будет. Ты надо держать рейд на пол. Как фирведельчик. То бишь, лужа, которая бьет по... Сколько там? По 2000 плюс вот эта АОЕ атака такая, ну, на второй фазе. Ну, там периодически этот АОЕ урон.
Что-то лучше, считай, до 40% быстро доведет, если ты будешь не стоять. 8-7, 6. Соответственно, из-за этого может произойти залупа. Ну там два шипешника, вон гимны могут сдать. Не догнай, я таких хочу. Прям аккуратно просто довезем его. Только надеюсь... печать не взрывайте, смотрите аккуратно за печатью. Не взрывайте. Я надеюсь, там трехместный дракон, оно того стоило, блядь. Пяти. Нет, там еще и слух на нем ездит. Все гильдой будем кататься. Там красивый дракончик. Надеюсь, он сделан из шоколада. Нет, панель там... Смотрите, вы, ребят, внимательно, здесь бой за печатью Материдона, которая около Орды показывается. Это касается людей, у которых есть мана, потому что только на тех, у кого мана накидается. Не произносите каст, когда остается одна секунда этой хуйни. Взорвете, не знаю, минус еще и останется. Как человек печать кидается? На 5, вроде или на 4, что-то такое. На 5 сейчас кинулось. Значит, ты. А как танки, блядь, пол... А, вы экзорцизм там кастуете или что? Нет. На танках. Кубы прожали. А что? Всё, отпускайте, босса бить. Ничего. Я подвожу следующий. Подводи нам. Про бесом сыграли. Долевой. А, Настя. Сейчас будем стопать кубы. Их вспышку вижу. Кубы прожали быстрее. Все, стопнули ДПС по магику, не бьем вообще, стопнули. Ждем. Не бейте магика вообще. Ждем, пока бесы повыходят. Все, по бесам поехали. Один далеко подгрипать, но... Нормально. Настя, стан. Все, по боссу поехали. Да, там это сильно, как будто перевод. Миша, понервит. К воротам побежали быстрее. Так, пинайте пока босса. Главное, печать не взрывайте. Так, спекаться будем также в печеньку. Нет, крест получается. Потом вторая пати. Ваше место будет где-то в печеньку. Третья пати, ваше будет место. Череп. Надо, чтобы послушали сразу вышли еще. Канал после этот баф утонете. Ладно, пока бьем. Первая пати. Вы уйдете в печеньку после того, как баф утонете. Это второй. Ой, вторая точнее пати.
третья пати в череп. Четвертая пати. В звезду идете. Хилы где-то плюс-минус будут. В рамбу. В центре, чтобы до всех доставали. Это пятая пати. И первая пати, которая станет там в кресте и останется. Ребят, там баф прям быстро сразу кидается, как только вы заходите в лужу. Не проебитесь. Нам надо будет в течение минуты по-бырому, чтобы все слутали, еще где-то секунд 10 стало, чтобы вас потолить. Танки, сейвы сейчас вообще свои никто не отдавайте. Оставляйте все сейвы под сокрушающий удар, который будете все подряд нажимать, все, что есть. Ключ, 50% и так далее. Все под сокрушающий удар, который у вас будет. Последний, когда вы будете лутать эту хуйню. Босса поставите вот сюда, в квадрат. Может, уже так? Можете уже подводить, да, потихоньку. Квадрат, прямо в квадрат. В лужу пока никто не заходит. Бьем пока. Я скажу, когда стоп. Можно и на походу положить. Все, ребят, доты стопаем. Без дот бьем. Сейчас просто без дот. Просто без дот. У кого яды, вся эта хуйня, просто без дот. Никто не дотает. Ой, да, прохил. И выйдите с луж, не стойте в луже. Без дот, просто без дот. Пинайте, надо 1150 оставить. Просто пинайте там испепеление, там локи. Там фростболт. Главное, чтобы дот не было. Блять, там еще печать вары и глубокий ран не вставляйте тоже. Там еще вот эти печати вообще не висят. Паладиновский. Ладно, 1200 оставим. Нормально. Тут лужа насрана жестко. Может, лучше другого будем заходить там? Да, будем заходить тогда. Вот этот крест я переставил в ту лужу. Паладин, выключите печати. Так, все, давайте, короче, второе пати. Сейчас аккуратно заходите без хилов и тусуетесь вон там в кресте. Заходите в лужу, которая в кресте. Второе пати. Стойте в кресте. Третье пати. Заходим в ту же лужу. Становитесь печеньку. Прохил танков. Прохиливать. Прохил. Ну все, котяра уже в МК. Не прохилили, забей нахуй. Падайте. Ну и короче, пиздует, чего нахуй. Потом мы взяли. Да пиздую, вы что, заебали? Ебало в рот. Это долгая песня. Видите, те, кто в МК, я просто босса. Это надо хилов спикать нахуй. Он даже и еще печать взрывают, типа. Ну, если печать не взрывали, дала хоть это чего. Это, блядь, надо подбирать рейд нормальный, который люди хотят вот чего сделать. Они вот это вот, блядь, стадо долбоебов нахуй. Которые, ну, которым похуй, взрывают и все. По вурдалака мы его зафармили. Я что-то с этими ачивами вспомнил, блядь, свои похождения в Ульдуар по ачивам. Там самая топовая, знаешь, какая ачива была? По нерфите хламобота. Самое конченое там с кошатницей, блядь. С кошатницей, а что там? Нет, кошатница легко. Вот хламоботы, да. Хламоботы, ебать, самое хламоботы. Кошатница легко, если через бак убивать, нахуй. А если убивать ее, блядь, нормально, нахуй, заебешься, то чего делать? Вообще не знаю, там эти, блядь, багов. Там эти кошаки ебало ломают только так. В Т5-то я не спорю, она легко. В Т5-то я не спорю. Да при чем здесь? Нет, мы вообще про циркуль говорили. Про циркуль, ну. А, про циркуль. То, что здесь опять у нас не было. Там, короче, фишка, знаешь, в чем? Там эти мелкие сейчас мобы, у них как, ну, голова такая, это бомбочка, типа, на ножках бегает. Вот. И хламоботы вот эти, которые к боссу, они чисто к боссу идут, его хилить. Бля, Беба, дашь портал, братишка? И, короче, нужно их за 12 бля секунд 20 штук взрывать. Там одни от других просто взрываются. А что забыл я?
Да. Не, если ты ушел, то ладно, я через форпсов. Они да, еще, сука, у них радиус еще небольшой. Черт. И урон на нем. А можно все вместе разговаривать, чтобы нихуя непонятно было? Да они просто не ачиверы, поэтому им похуй. Ваш ачивер. Да я не про ачивки вообще. Пошли нахуй эти ачивки. Понятно, блядь. Вот кто заруинил нам ачивки. 5 печатей взорвал. Мне похуй нахуй.